Дешели – это гармоничный альянс силы природы с современными достижениями косметологии. На российском рынке этот бренд появился в 2008 году, а курское представительство этой компании открылось год назад. На сегодняшний день уже более 3000 женщин являются нашими постоянными клиентами. Они высоко ценят качество нашей косметевтики. Это женщины от 25 до 80 лет. Средства компании и программа их воздействия подбираются индивидуально, в зависимости от возраста и особенностей кожи. Инновационные технологии, такие как умные кристаллы и стволовые клетки растительного происхождения, служат основой различных косметических линий Дешели. Современные специалисты-биотехнологи несколько лет изучали и подбирали оптимальные пропорции ингредиентов. Не случайно израильскую космецевтику относят к элитным средствам по уходу за лицом, телом и волосами. При этом важно, что предназначена она в первую очередь для домашнего использования. Мы делаем сначала на одной половиночки лица, затем на другой. Именно для того, чтобы клиент мог сравнить. Понимаете, мы сразу видим результат в зеркале. Привыкания не существует, так как косметика имеет накопительный эффект. Это факт. Но она не содержит гормонов, поэтому привыкания нет. Важно подобрать подходящие средства. Правильно сбалансированный набор позволяет решить распространенные проблемы кожи и волос, умножить полезное воздействие. Какая из линий подойдет именно вам, подскажет специалист. Отметить свой первый день рождения курское представительство компании решило, подготовив для своих клиентов праздничный розыгрыш. Любая женщина, ставшая нашим клиентом в ноябре прошлого года, получила возможность выиграть поездку в Израиль, на родину косметики Дешели. Победительница проведет 4 дня на берегу Мертвого моря. Это первое подобное мероприятие, проводимое курским представительством компании Дешели. Мы приурочили его к первой годовщине существования представительства Дешели в городе Курске. Для клиенток компании устроили лотерею. Выбирать счастливый билет доверили истинному джентльмену, маленькому Всеволоду. В розыгрыше заветной путевки приняли участие более 300 претендентов. Имя победителя мы узнаем прямо сейчас. Имя нашей победительницы – Степанова Елена Николаевна. Уже на следующий день мы встретились с победительницей. Звонка из центра Дешели с таким ошеломляющим сообщением Елена Степанова не ожидала. Когда мне вчера позвонили, для меня, конечно, это было неожиданно, потому что я никак не планировала ничего выигрывать. Хочется, конечно, и посмотреть, и съездить. Хочу поблагодарить компанию за ее прекрасную продукцию, за ее отношение к людям, просто чисто человеческое. Ну, естественно, за такой подарок. Елена рада, что благодаря Дешели уже прекрасно выглядит, а теперь еще едет в Израиль. Осталось собрать чемодан.